В Ростове стартовал первый съезд Ассоциации органов молодежного самоуправления стран ЕАЭС. В течение 4 дней представители организации из России, Армении, Казахстана, Киргизии, Беларуси, Узбекистана и Сербии будут делиться опытом работы в сфере молодежной коммуникации и обсуждать, как лучшие идеи реализовать на практике в своих странах. Донская столица не случайно выбрана местом проведения этого съезда, ведь наше молодежное правительство 2 года подряд становится одним из лучших. Мы входим в топ-10 лучших молодежных правительств нашей страны среди всех субъектов Российской Федерации. Да, мы понимаем, что интеграционные процессы на сегодняшний день и самое главное – молодежное сотрудничество между этими странами. В будущем все-таки это развитие различных проектов, это усиление наших связей международных. Поэтому мы рассчитываем на то, что съезд первый – но далеко не последний. Главным результатом съезда станет создание дорожной карты по реализации проектов. Их молодежные организации должны будут осуществлять в своих странах.